Здравствуйте, друзья! С вами снова я, Александр Жук, автор блога HelpZarobotok.ru. И сегодня у нас на рассмотрении очередной лохотрон. Я этот лохотрон выбрал не потому, что он самый свежий, самый новый, самый убойный. Нет, я его выбрал наоборот, потому что он полгода назад был, 2 месяца назад был, месяц назад был и до сих пор есть. То есть он не умирает, люди на него ведутся. Это классика. Поэтому внимательно до самого конца посмотрите все, что я буду рассказывать. Итак, лохотрон называется блог Виктории Новак, система C-Books или Smart Italian Books. Ну, короче, заманчиво, итальянский букс, C-Books какой-то, Виктория Новак и все прочее. Давайте посмотрим, что нам здесь предлагается. Значит, очередной лохотрон для любителей быстрого и высокого заработка. Друзья, запомните, не было, нет и никогда не будет быстрого заработка, ничего не делая. Запомните это, просто-напросто запомните. Это нереально. Чтобы что-то сделать, хоть на земле, хоть в интернете, нужно повкалывать. Это я вам как бы для сведения говорю. На блоге у меня очень много обучающих курсов, изучив которые вы можете начать зарабатывать. Но лохотроны я стал специально писать, потому что очень много людей попадается, поэтому я внесу лепту в то, чтобы меньше людей попадалось. Я буду объяснять, рассказывать, что как. И сегодня досконально разберу один лохотрон. Итак, давайте перейдем на блог Виктории. Переходим на блог Виктории. Здесь нас встречает такая девушка на очень интересном фоне. Вам ничего не напоминает фон? Дело в том, что фон ворованный. У Александра фамилию не скажу как. Почему я это знаю? Потому что одно время я хотел наподобие себе сделать блог, такую вот шапку, но не решился. Главное, что вот написано, только проверенные способы заработка в интернете. Человек попадает, думает, ух ты, классно, симпатичная девушка, все классно сделано. Видосик, в котором нам обещают 2500 евро в месяц, так за нефиг делать. Дальше смотрим по порядку, ссылка на сам этот лохотрон. Здесь вот все, кто автор статьи, прочитайте, почему им не имеет равных и так далее, и так далее, и так далее. Вот тут все появляется, почему она дает. И везде, видите, там перейти, тут перейти, оставить отзыв, можете попробовать, бесполезно. Отзывы присутствуют, а как же без них? Но мне понравился вот этот отзыв. Спасибо Виктории Новак за этот рай. Как вы думаете, кто оставил этот комментарий? Довольные пользователи, которых развели? Или это лохотрончики, которые поехали? Ну, я не по природе не могу сказать, что это Бали, Таиланд или что, неважно. То есть поехали как в теплые края и написали спасибо тому, что они сделали и развели, и разводят людей. Не попадайтесь на этот лохотрон. Так, ну давайте теперь дальше, если хотите, сами посмотрите. Переходим к Сибуксу. Что за штуковина такая? Заходим мы тут, бамс, крупным шрифтом. Ага. Умная система все-таки сработала. Ну, давайте-то посмотрим на картинки, потому что я хотел пройти все шаги, чтобы вы увидели, но не получилось. Система сработала и сразу перекинула меня на получение денег. Ну ладно, то есть вы видели, как переходите, попадаете, что вам предлагают 3 евро за одно видео. Друзья, ни один рекламодатель вам не заплатит даже 3 рубля за просмотр видео. 3,30 копеек это максимум, что вы можете получить за просмотр 30 секунд видео. Но никак не 3 евро. А тем более здесь не 3 евро, а 6 евро. Там вы попадаете по акции. То есть вообще супер, смотрите. Умножается на 2. Хороший заработок, интересная реклама, быстрые выплаты, работа в любой точке мира, европейское качество. Ну кто же на это не поведется? Да практически все поведутся. Супер предложение, двойной заработок. Не 3, а 6 евро за один ролик. Обалдеть! Кто же не захочет? Захочет. И вот я делал скрины. Вот начать заработок. Сейчас опускаемся.
Ага, опускаемся. И потом, когда у вас там сколько-то будет, там евро вы попытаетесь вывести, а вам скажут, увы, не хватает, нужно только от 100 евро. Ну что, да, давайте сделаем 100 евро. Мне тут вот осталось нажать кнопочку. Опс, у меня стало больше 100 евро, и тут у нас еще один сюрприз. Оказывается, уважаемый, подожди. Помимо твоих 580, ой, там сколько-то, по 100 евро, мы еще тебе подарок дадим. Блин, прикольно. Ха-ха, еще бы. Получить подарок от рекомендателя. Опять. Так, ну это уже не картинка. Ну, неважно. То есть хорошо сделали. Ну и это. То есть продуманный. Хотя бы тем, что меня перекинуло сразу на страницу. Ладно, в результате, после того, как вы прощелкаете все ролики, вам скажут, что у вас 588 евро на балансе. То есть 102 вы заработали и 486 вам подарили. Вот так бамс, просто так взяли, подарили. Прикольно, да? Не знаете, где дарят 486? Ну, выслушал бы внимательно информацию. Где дарят 486 евро просто так? Ну, может, сказки? А более нигде. Итак, мы, значит, 486 евро получили, того 588. Ну, что мы делаем? Вывести средства. Так, банковская карта, кошелек нету. Вот здесь первая продуманная система, в карточке 16 цифр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Нормально? Выплачены. Вау! Вы рвете к своей карточке, а тут бамс, обломчик. Апа, ошибка. Ой, как досадно. 588 евро. Вот они, вот они, вот они были. И оказывается, их нету. Ошибка. Читаем внимательно. Причина. Ваш счет не мог принять перевод в евровалюте. Блин, обидно-то как. 588 евро. Вау. Но тут нам предлагают конвертировать. Давайте сконвертируем. Что делать-то? Так, угроза, ладно, игнорировать угрозу. И так вот, музычка хорошенькая появляется для увеселения. И вам нужно заплатить всего лишь 302 рубля для того, чтобы получить 588 евро. Прикольно? Опускаемся. Теперь переходим на мой блог и смотрим внимательно. Я всю эту... Все это не поленился, а в картинках описал. То есть 302 рубля. Люди думают, что такое 302 рубля против 588 евро. И даже не задумываясь, большинство платит. А не тут-то было. После того, как вы заплатите 302 рубля, с вас попросят 205, 300, потом еще 250, 150, 200, 375, 575. 1000-1250. Что я могу сказать о том, что лохотрон продуманный, и люди, которые создали, не жадные, они берут маленькими суммами. И если человек повелся, то он отдаст, один человек отдаст 4087 рублей. Ну, округлим 4000. Представьте, 4000 с одного, а за день тысячи людей повелись. Вот тебе, пожалуйста, миллион в день спокойно заработали. Прикольно? Да. Хотите приносить этим идиотам свои деньги? Если нет, читайте мой блог, слушайте меня внимательно и думайте, прежде чем вы делаете. Все, все проверенные заработки только у меня на блоге. Вердикт, печальный вердикт. Блог Виктории Новак или система Smart Italian Books – это классический развод с целью выбить у вас все последние деньги, а в результате вы ничего не получите. Абсолютно ничего. Итак, итог. Классика развода, которая оставляет вас без денег, но ни грамм не дает денег. Поэтому, если вы все-таки хотите начать нормально зарабатывать в интернете, пожалуйста, переходите вот по этой ссылке, перейти к проверенным методам заработка. На моем блоге есть как лохотроны, так и проверенные способы, с помощью которых я и многие другие люди зарабатываем деньги. Переходите, читайте, выбирайте, применяйте и зарабатывайте. Не попадайтесь на лохотроны. Пожалуйста, поделитесь в социальных сетях.
как можно больше со всеми, чтобы люди знали про этот лохотрон и не повелись, потому что уж очень правдоподобно он сделан. Ну, с первого взгляда. А если подумать головой, то сразу видно, что это лохотрон. Подписывайтесь на новости моего канала на YouTube, подписывайтесь на новости моего блога. Про лохотроны писать не буду. Когда зайти на блог, вот здесь у меня появляется так называемое пуш-уведомление. Пожалуйста, подпишитесь, я буду туда писать, как только вышла новая статья, чтобы сразу быстренько получили. А на письма я не буду вам писать про каждый лохотрон, потому что писать собираюсь я или каждый день, или через день, максимум через два. Поэтому будьте в курсе, заходите почаще на мой блог, рассказывайте про мой блог всем-всем-всем, дабы сохранить свои деньги, сохранить деньги людей и не кормить мошенников. Вот как бы все. А для того, чтобы заработать себе деньги, переходите к проверенным методам заработка, выбирайте, изучайте и зарабатывайте. Будут вопросы, обращайтесь, всегда помогу, чем смогу. С вами был Александр Жук. До скорых встреч. Пока-пока.